Всем привет. Едем на пятихатке. И вот он подъезжает наш. Вооружены лимузин. И опасны. О! Пошли грузиться. Вот он подъехало наше такси. А что ты мне дал, слышишь? Это, а пробка где? Я не хотел пить, я ж не просил. Не пробка, а клякля. Да, вот лайфхак, кто не знает, вот это клякля. Клякля? Они клякли бывают металлические, пластмассовые. Вот мы и прибыли на место. А почему, знаете, мы сюда пришли? Потому что тут одни патриоты. Ну, от угледарских гаражей, которые находятся в районе пожарки или почты, идти минут 20-25. Либо на машине минуты 3-4. Не более. Короче, тут купаться очень классно, вода очень теплая, потому что водоем небольшой, но единственный минус, тут абсолютно нет деревьев. Поэтому сюда надо идти часа в 3-4, когда солнце уже не так сильно печет. Вот как мы сегодня пошли в 5 часов. Вот он, кстати, Терекон 3-й шахты. И все. 12.07. Мы собрались на пятихатке. Покупатели. Мы уже здесь. Короче, эти люди говорят какие-то отдельные непонятные фразы. Я их даже не смогу нарезать нормальное предложение. Короче, пришли мы на пятихаточки, вот заходим, смотрите, какой тут пляж. Пляж тут такой, то ли глиняный, то ли песок, что-то среднее. Он выглядит не очень, но заходить первые 2-3 метра не сильно глубоко. Потом резко идет обрыв, поэтому маленькие дети должны купаться с подушками. Ну а мы начинаем плавать. Все, смотрите. А ну, стреляй так, меня. Смотрите, купаем арбуз. Давай снова покупаем. Стреляй. Купай. 12 июля, середина лета. Ровно середина лета. Арбузы покупать еще рано, так как в них полно пестицидов. Неважно, астраханские, херсонские, либо какие-то другие. В них полно пестицидов. Но и на этот нам собирали девственницы в Альпархиде ночь на Лысой горе. Поэтому тут все идеально. Тут даже косточек нет. Еще смотрите лайфхак. Такое как, знаете, покупаете вы, жмете, он трещит, не трещит. Все это фигня. Единственный человек, который мог правильно выбрать арбуз, это бегемот из «Ну погоди». Да. Все остальные — это полная фигня. Итак, у нас эксперт Иван. Я стучал по нему, ничего не понимаю, но говорят, нашим звенел, он звенит. Дима, отойди. Я уверен, что пестицидов нет, но проверять буду на нем. Так, начинаем. Сейчас посмотрим, Танюха надула или нет. Если вы смотрели видео Вилсакома, вы видели, как он кидает айфоны на диван. Ну, о, нормально. Блатные, но нам пофиг. Дима! Как я говорил, смотрите, в арбузе косточек нет абсолютно ни одной. Дима, успокойся. Не могу передать эмоции сам. Смотрите, лайфхак. Когда вы врезали первую сгибочку, вы едите. За мной, да. Стекает. Куда ты? Ножом махами. Поэтому показываю, как надо. Отрезали скибочку и делаем небольшие надрезы. И все. Именно один кусочек аккуратно помещается в ротовую полость. Продемонстрируем. Опишите гамму вкуса. Нет, как хороший коньяк, надо именно после вкуса писать. Сейчас после вкуса я не знаю. Его хватило немножко зеленого. Органика. Ты куда делаешь? Органика. А, это органика. В общем, всем советую кушать арбузы, потому что это повышает метаболизм. По 5 гривен. Повышается мочеиспускание. А как магазин называется, рекламу сделаем? Где мы брали? Злагода. В Злагоде. Покупайте в Злагоде, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Я вам покажу, с чем мы пришли на столок. Смотрите, первый судочек у нас тут макароны уже почти доели. Вот сыр сулугуни, колбаса, потом огурцы, помидоры. Как рыба называется?
И крянчики. И крянчики. Что, специально с Азовского моря нам доставили. Бердянск. Пернатый. Вот, колбаса. Пернатый. Ну, помидоры. Летом вообще без помидоров никуда выходить нельзя. Патроны купили. Хлебушек. А это самое главное. Шейк. Да, смотрите, мусор мы никуда не выбрасываем, мы его с собой заберем. Это Боря. Паша, Паша. И вот самый главный атрибут — это арбузик. Обзор на арбузик вы будете, вы видели в предыдущем видео. Пепси-кола. Один патрон. Все. Подписчики, давайте покажу вам всю панораму этого ставка. Значит, смотрите. На противоположном берегу там чисто одни камыши. Зайти невозможно. Ну, в принципе, на той стороне никто никогда и не купался. Я даже не знаю, есть там дорога или нет. С этой стороны есть какое-то некое подобие пляжа. Причем оно такое полупесчаное, полуглиняное. Ну, если заходите, сразу поднимается вот такая вот нуляка. Центральный вход, вот тут вырублены такие, можно сказать, ступеньки. В общем, по ним спускаться можно, но очень осторожно. И нижние две ступеньки, они такие влажные. Можно очень сильно упасть и навернуться. Поэтому надо осторожно. Это главный вход. Потом есть с этой стороны тропинка, по которой можно спуститься. Так, и точно вы не упадете. И с левой стороны. Вот сейчас я туда иду, покажу. А, вот ступеньки, по которым я спускался, и тут такая тропиночка. Короче, если аккуратно сюда заходить в воду, вы никак не упадете и не навернетесь. Возле берега метра 3-4 вы заходите там не глубоко, потом идет резкий обрыв. 8 часов, солнце уже заходит. А мы этот раз, Санька, посмотрите, часа в 4 мы приезжали. Вот, солнце садится, на западе, так, а потом уже и мы уходим отсюда. То, как мы купались, посмотрите в конце видео. Короче, приходите купаться на пятихатки. Они лучше, чем Никольская.
Это не поле чудес.